Уважаемые соотечественники, поздравляю вас с Новым годом! 2018 год – это год огромных перемен в нашей стране. Время жизни диктаторского режима Назарбаева подошло к концу. Ради нашей страны и будущего нашего народа мы должны объединиться и добиться смены режима Назарбаева. Казахстан – богатейшими ресурсами страна, и не только природными. У нас талантливые, образованные и умные люди. В богатой стране должен жить богатый и счастливый народ. Но Назарбаев лишил нас будущего. Он создал условия не для инноваций, а для коррупции. Не для бизнеса, а для рейдерства. Он построил страну, где произвол власти, где законы работают только в пользу его семьи и его окружения. Мы построим парламентскую республику без президента. В Казахстане будет работать парламент, избранный народом, и правительство, назначенное парламентом. Именно так построены ведущие страны мира. Нашей стране не нужен президент, которого народ не может отстранить от власти за коррупцию, воровство, убийство и другие преступления против своего народа. В нашей стране все органы власти будут подчиняться народу и только народу. В нашей стране никогда не будет больше диктатора, который возомнил себя выше народа. Мы сумеем построить прекрасную, великую и передовую страну. Мы будем гордиться Казахстаном и своей нацией, которая смогла добиться этих перемен. С Новым годом, уважаемые соотечественники! Годом успехов! Годом побед и нашей свободы! Годом, которым мы будем гордиться! Потому что этот год будет годом нашего единства, годом формирования нации, годом нашей независимости. С Новым годом! Алга, Казахстан!